Ага, вот такая нелегкая работа у работников в зоопарке. Ведь мне приходится кормить крокодила, а я это даже в жизни никогда не делала. Так, ну ладно, сейчас я попробую. Так, интересно, что сегодня будет на обед? Куски мяса или люди? В смысле? Куски мяса или люди? Ты что, серьезно? Так, ладно, аккуратно. Так, вот так ложим. И вот так. Как вкусно! Да, наверное, тебе было вкусно. Хорошо, что он не проглотил мою руку. Так. Так. Разой! А успеешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды. 3, 2, 1. Молодец! Как вкусно! О нет, кажется, он меня съел! Блин, кажется, у меня не получается кормить этих крокодилов. Так, давайте осторожно положим и отпускаем. Какое вкусное мясо, тем более после человечка. Крокодил, ты что, совсем? Вы трое видели, как он меня вообще съел? Даже, тем более, еще и с сапогами. Ты что? Главное, чтобы он меня, мою сейчас руку, не съел. А то, знаете, когда меня съели уже крокодил, мне как-то не очень. Ой, какая вкусная рука. А ну-ка я его захочу к себе. Ого, вы видели, что он сделал вообще? Ладно, держи, тебе твое мясо. Так, осторожно, все. Какое вкусное мясо. Да, ну наконец-таки я накормила этого крокодила. Ему нужно было 3 куска мяса. Боже мой, я столько за день не ем. Ладно. Вот, все, крокодила мы накормили. Так, доступные новые активности. Давайте построим. Что это интересно? Так, какой-то слон. О, все удивляется, как он, знаете, это... Какой я грязный! Я прям буду обливаться грязью! Слон, ты что? Блин, нужно тебя срочно помыть, а то он какой-то грязный. Я на солнышке лежу. На каком ты солнышке лежишь? Я тебя вообще-то мою. Да, видите, вот так вот работать работником в зоопарке. Что даже слонов моешь. Что это очень удивительно. Так, все. Ой, какой чистый, прям как новый. Надеюсь, что ты сейчас не обольешься сразу, знаете, грязью. Это вообще просто ужас какой-то. Так, развитие зоопарка. Вольер с бегемотами или вольер с обезьянами? Конечно же с обезьянами, вы что? Обезьяны, они более прикольные какие-то. Так, давайте дальше посмотрим, что у нас там доступно. Отсортируй с животными. Хорошо, это кто? Лама. И пусть она идет... Нет. Ой, блин, она идет со львами. Я сейчас интерес. Ой, кажется, лама, она куда-то пропала. Блин, жалко, конечно, ту ламу. Так, получается, этот лев идет туда. Удивительно, куда пропала лама? Или это альпака? Ладно, не знаю. Альпака, значит, сюда. Кстати, отсортировать не так уж и сложно. Вроде бы. Так, альпака пусть идет сюда. А остались только львы. Так, пусть лев идет сюда. Ой, здравствуй! Блин, они так смешно рычат. Просто. Так, плюс 100 баксов. Боже мой, если бы я бы за каждое дело бы получала 100 баксов, я была бы, наверное, миллионером. Хотя нет, у меня было бы на балансе 0. Ладно. Вольер с обезьянами. Хорошо, давайте посмотрим. Давайте это построим. Ой, ну знаете, я просто обожаю обезьянок. Вы бы только представили, как я их люблю. Как я люблю бананы. Да, я на самом деле тоже люблю бананы. Так, о, что? В смысле, это кто? А, нам нужно собирать этих обезьянок. Да, нам нужно выстроить самый большой отряд. Самый большой отряд? Блин, круто. Так, давайте самый реально большой отряд, можно так сказать. Так, и этих еще соберем. Ой, сколько здесь много бананов? Я думаю, что на них на всех не хватит, хотя нет, хватило, хоть и была маленькая кучка бананов. Знаете, я просто обожаю вот всяких этих обезьянок и все такое, они такие смешные вообще. Так, вольер с бегемотами или вольер с рыбами? Давайте с бегемотами, бегемоты они какие-то прикольные. Давайте посмотрим. А нет, нам нужно подстричь альпаку, все-таки это не лама, а альпака. Так, давайте будем ее стричь, нашу альпаку. Так, ну смотрите, какая красавица все-таки. Сейчас-то, когда она побрита. Точнее, да. Так, ну давай, вот везде тебя подстрижем. И здесь. Будешь у нас просто красотка, альпака.
Ура, я подстрижена, как мне нравится новая шерстка. Ну так а в чем вся проблема? У твоей шерстки нет шерстки, потому что у тебя только что ее подстригли. О, смотрите, у нас уже доступен вольер с бегемотами. Давайте его быстренько построим. Так, ой, смотрите, какой там бегемотик прикольный. Да, все-таки работникам зоопарка быть прикольно, хотя не особо, когда тебе бегемот просто... Как он называется? Руку съедает. Так, ладно, давайте мы кормим бегемота. Что? Он просто так ест разные арбузы даже без кожуры? Точнее, с кожурой? Просто вот так? Я не понимаю, почему он прям целыми арбузами? Это что? Нужно же с кучей арбузов купить, чтобы накормить этого бегемота только одного. Да, конечно. Так, развитие зоопарка. Склад или вольер со львами? Давайте построим склад все-таки. Может быть, это нужнее что-то? Так, что же у нас еще? О, новый посетитель, новые денежки, новый посетитель, естественно. Так, вот здесь еще у нас уже 70 баксов. И что там у нас еще можно сделать? Так, нужно все-таки делать какое-то дело, ведь у нас постоянно парк грязный, поэтому давайте мы с вами помоем, естественно, парк. Так, ой, смотрите, я просто профессионал в этом деле, я просто мою постоянно... Полы в зоопарке, я просто профессионал. Смотрите, оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все, и я помыла все полы в зоопарке. Я же просто профессионал. Ну, вы сами понимаете. Так, построить склад. Итак, что у нас? О, смотрите, у нас доступны разные новые штучки. Теперь мы будем кормить животных. Вот так. Так, отсортируй еду, хорошо. Это слону пусть будет, эти яблочки. Наверное, вкусные, я думаю. Так, вот еще другому слону нужны яблочки. И вот здесь. Как мало яблочек. Провал, в смысле мало яблочек? Вот смотрите, вот так и так. Все равно мало. Да что тебе мало? А, нужно, может быть, вот так? Как много яблочек, я прямо сейчас объемся. Да, видимо, нужно так было делать сначала. Так, хорошо, давайте дальше. Приготовь еду для животных. Хорошо, опля. Давайте разрезаем вот так. Вот, быстренько режем еду. Так, знаете, мне кажется, я прям вообще резальщик этих разных фруктов. Все-таки для слонов. Скорее всего, так, давайте пусть они долетят вот сюда. Знаете, я когда была маленькая, я очень любила одну такую игру, где нужно было фрукты разрезать. Было, конечно, прикольно в нее играть. Но потом она куда-то пропала, эта игра. Вот, смотрите, как я хорошо нарезала, прям ровно в кавычках. Так, и мы получаем опять 100 баксов. И мы уже, у нас уже доступен вольер со львами. Давайте мы его откроем, естественно. И все. Ой, смотрите, какой красивый лев у нас появился. Вообще ж круто. Так, давайте донесем вот так. О, видите? Донесли все-таки львам наше мяско. Хотя нам говорили с другой стороны. Ну и ладно. Какое вкусное мясо. Да, а чего же? Ой, блин, я в воду случайно его посетила. Еще не посетила, а просто направила его в воду. Так, давайте вот сейчас так. Здесь и проходим дальше. Все. Какое вкусное мясо. Да, как же оно может быть невкусным? Ведь тебе его дают просто тоннами каждый день. Так, хорошо, вольер с детенышами или вольер с крокодилами? Конечно же, вольер с крокодилами. Так, о, у нас скоро будет, оказывается, типа обновление вольер с крокодилами. Хорошо тогда, давайте мы будем дальше. Так, выбери нужную еду. Так, он хочет мясо. Я хочу мясо, да, я хочу мясо. Хорошо, держи тебе мясо. Главное, чтобы ты меня не съел. Я же совсем не такой вкусный. Вкуснее, чем мясо. Да уж. Ладно, держите мясо. Держи. Держи, я тебе сказала. Положи мне, я тогда съем. Такое вкусное мясо. Так, положи тогда. Хорошо. Он хочет постоянно мясо. Он даже не хочет никакого банана и все такое. Да потому что я не ем бананы. Так, ну сейчас он хочет сосиску. А давайте посмотрим, что будет, если я ему положу морковь. Я совсем, вот что будет! Только тапки забыл. Да, тогда я поняла, что будет. Так, ну ладно, держи тебе сосиску. Ну, сосиска это прям мое. Да, это уж точно, хорошо. 100 баксов мы получаем, и мы обновляем, естественно, вольер с крокодилами. Так, давайте улучшаем.
О, смотрите, у нас уже два этих крокодила. Давайте посмотрим, что будет. Хорошо. Ой, смотрите, здесь даже их не два, а целых три крокодила. Боже мой, давайте аккуратненько, вот так. Оп. Я хочу мясо, дай мне мясо. Все, отпускаем. Главное, чтобы он нас не съел, блин. Конечно, это будет, конечно, не прикольно, если он нас съест. Оп. О, смотрите, он прям провалился под воду. Да, ну не надо было тогда захватывать. Опля, все. Второе мясо он получил. И давайте третье ему тоже дадим. Главное сейчас... Оп, все, быстренько мы это сделали. Давайте будем дальше проходить. Все, хорошо, с крокодилами мы уже побыли. У нас же много еще других дел есть. Потом давайте в вольер с детенышами. Будет, конечно, прикольно. Будет он у нас здесь. Так, может быть, денежка какая-нибудь. Так, хорошо. А мы уже с вами на него накопили. Доступны новые активности, хорошо. Давайте его сразу построим. Ой, смотрите, реально, вольер с детенышами. Так прикольно. Так, проведи родителей к детенышам. Где моя мямя? Вот я иду к тебе. Так, хорошо, давайте проведем вот так. Ура, я с мамой. Да-да, ты с мамой. Так, хорошо. То есть нам нужно провести детей, естественно, к их родителям. Так, получается, альпака к альпаке, естественно, обезьянка к обезьянке. Вот и все. Смотрите, все уже на своих местах. Все-таки, знаете, прикольно получается. Давайте дальше. Что же у нас там будет? Вольер с детенышами построили, то построили. Так, развитие зоопарка. Давайте кухню сделаем все-таки лучшим. Кухню. Скоро она будет, наверное, уже лучше. Интересно, а сколько нам денег нужно будет накопить? Так, хорошо, вот денежку мы получаем. А, уже 400 баксов. Представляете? Уже так просто денежки не получишь. Так, давайте. О, слонов нужно помыть. О, я грязью измазался. Опять ты грязью измазался. Я что я говорила этого не делать? Но я хочу. Вот ты даешь, говорю тебе я, не делай этого, не делай. А ты просто идешь это и делаешь. Так, ну хорошо, давайте я хоть нос помою. Ну или, знаете, слонов не так уж и легко мыть. А то они, знаешь, еще и двигаются и все такое. Вообще сложно. Так, ну все, я тебя догоню. Слышишь, я тебя догоню. Я здесь, ку-ку. Вот и все, я чистый. Главное, чтобы ты через 5 минут опять не заморался. А то так надоедает, когда ты можешь от них постоянных слонов. Хорошо, так, забирай наши денежки. Что там дальше у нас? О, как раз таки у нас сейчас будет рассортировка разных животных. Так, давайте, хорошо, альпаки пусть сюда идут. Так, сейчас, наверное, лев у нас будет бежать, поэтому мы откроем ему здесь. Да, кстати. Так, хорошо, нам нужно еще одного льва и одну альпаку. Так, открываем здесь. Хорошо, вроде бы рассортировка идет полным ходом. Ведь это очень легко, я вам скажу. Так, ну все, и когда скиль выручает, значит, все у них хорошо. Итак, что у нас здесь? Ой, смотрите, какой-то бокс. Но я не хочу его открывать, знаете. Получаем 100 баксов, и мы, естественно, ничего не можем накопить, потому что у нас нужно будет до 400 баксов накопить. Давайте еще в обезьянке поиграем, а то, знаете, я всего лишь один раз в них играла. Как мне нравятся бананы! Как мне нравятся бананы! А ну, братва, иди сюда! В смысле? Я тоже люблю бананы, мне можете оставить немножко? Да, можем! Так, главное, я хочу, чтобы у нас было побольше этих разных обезьянок. Вот так, блин, уже не как в прошлый раз, но все равно их много. И особенно много то, что очень много бананов. Блин, вот бы у меня бы столько было бы бананов дома, как у этих обезьян. Потому что их кормят, потому что они в зоопарке. Только представьте. Ставь лайк, если понравилось это видео. Подписывайтесь на канал и жмякайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а пока, переходите смотреть следующее мое видео. Увидимся там.